Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, заходим на тренировку и забираем наш отряд. Получены награды. Так, квесты выполнили, так, на арене. Опа, епископ, да, нам выпадает 21 карточка. И еще 23. Итого 50 практически карт. Ну как, не 50, а 40, получается 44 карточки, да? В бой. Так, и здесь у нас будет Санта. Выберем, наверное, да давай, в принципе, первый вот этот наш отряд возьмем. Быстренько с ним разберемся сейчас. При помощи фехтовальщика, я думаю, да? Большего тут, в принципе, не надо. Фехтовальщик сейчас пойдет и все сделает как надо, на высшем уровне. Джиггернаут такой нелепый. Кто-то сказал: Рэй, поставь на вторую скорость, чтобы была быстрее игра. Ладно, давайте будем играть тогда на второй скорости. Ну что, друзья, так, арену мы прошли. Давай посмотрим, что у нас в ежедневном испытании. Кто нам дается, кто будет разыгрываться. Стоит ли вообще туда идти или нет. Загрузка, как всегда, 3 часа сейчас будет идти. Это служитель тьмы. Насколько я помню, ребят, служителя тьмы мы прокачали полностью, да? Где у нас тут служитель тьмы? Вот он, да, ребята, он нам не нужен. Поэтому испытание ежедневное мы пропускаем. Но ты не забывай, что у нас сегодня, по-моему, если не ошибаюсь, остается там один поединок, да. И мы перейдем уже в 200-й, наконец-то, портал. Термин 9000. Само собой, я не буду, ребята, искушать судьбу. Здесь никого другого брать не собираюсь. Возьму именно наш топовый отряд. Потому что, ну, с ним конфликтовать с термином именно 9000, я думаю, не стоит. И вам не желаю этого. Так, молотильщик, да? Молотильщик, плюс щитобот, хилбот там попер, как мы видим. Я сейчас, знаешь, что сделаю? Я сделаю через ведьму. Да, ребят, я хочу призвать ведьмочку. И это будет вообще топ. Уж поверь мне. Ну, Ронин. Ну, что это-то, ну? Так, молотильщики, понятное дело, идут. В общем, он сейчас всячески тут будет пытаться выкрутиться. Но я сомневаюсь, что у него здесь что-то вообще получится против нас. А вот, ребята, и термин 9000 собственной персоны. Запинали, даже не спросили, как его звать. В общем, сам видишь, все прошло очень хорошо и быстро, самое главное. Ну что, теперь я забираю нашу награду. Сундук робота, смотрим, что нам здесь выпадет. Так, хилбот, репульсор, 12 тысяч монет и ползун, копейщик и замок, собор. Наконец-то, друзья мои, 200-й портал. Долго-долго мы к нему шли, но вот наконец-то пришли. Так, здесь у нас долина подданных, потом идет нефритовая долина, территория роботов. Опять долина подданных, кстати, их две. Территория захватчиков. Угу. Ну что же, давай начнем потихонечку. Давай-ка мы, знаешь, что сейчас попробуем с тобой создать какой-нибудь... Подожди, а я что, отряд... Погоди, я разве на тренировку не ставил отряд? Точно, я забыл его поставить. Идите, тренируйтесь. Думаю, что-то не то. Так, здесь ползун. Ну, в принципе, вот у нас новый отряд, ребята. Ну, новоиспеченный. Так, значит, фехтовальщик. Ну, насчет него-то я, в принципе, не сомневаюсь. У нас, если что, есть самурай. А вот ползун, он может справиться с фехтовальщиком? Вот мне интересно знать. Короче, сейчас я вызываю вот так. Пускай они с ними тут попыхтят чуть-чуть. Он дает нам небольшую фору, друзья мои, за счет того, что он становится каменным. Он становится каменным, и, соответственно, особенно все вот эти вот суперудары, ультаудары, да, они просто проходят в пустоту. Ты посмотри, что у нас тут получается. Так, на второй скорости, да? Я забываю, ребят, поставить вторую скорость.
Так что не обессудьте. Прекрасно. Я так называю идеальный, ребят, победу. Ну, а что ты хочешь? Это первый раунд всего лишь, поэтому особо радоваться как бы и не стоит. Так, ну что, здесь я абсолютно ничего менять не буду. Копейщица меня нисколечко не напугает. Пускай даже и не надеется ни на что. Так, фехтовальщик пошел. Ну! Успел, ё-моё, я уже думал сейчас. Так, вот это вот, ребята, плохо. Копейщица, она может и до замка дотянуться, сам понимаешь, да? Знаете вам всем. Ну, вообще великолепно. Вот, и, в принципе, друзья, замок мы уничтожили. Напишите в комментариях, нормально вам на второй скорости, или все-таки, ребят, будем на первой играть? Четко? Я другого даже не ожидал. Едем дальше. Отрабатываем именно этот отряд. Тут прибавляется лучница. Для меня это вообще ни о чем. Так. Сейчас, подожди, кто там у нас? Вышел черный рыцарь. Ну, конечно же, под фехтовальщиком он идет. Дракоша такой, да. Мощнявый мужик. А вот то, что станет его, это, конечно, не есть хорошо. То, что его станет, это не очень круто. Ну, вот так вот, быстро с ним мы расправились. Вызываем вторую ниндзю. Блин, забываю, ребят, поставить. Забываю. Ну и, в принципе, тут все. Их песенка спета. А этот еще... Этот еще только до середины дошел. Какой же он долгий. Именно в плане продвижения. Очень долго он идет, конечно. Ну, а что ты хочешь? Тяжелый каменный голем. Ой, ой-ой-ой-ой. А тут-то что тогда делать, а? Тут бродяга у них. Это тот самый ассасин. Как быть? Не, ну я, конечно, сейчас попробую первого через таракошу убрать. Вот, ого-го. На. Так, вызываем самурая. Но ты не забывай, что он и следующего призовет. Вон он, видишь, идет где. На, с одной плюшки вот этого бродягу снес. Прикол. С одной плюшки просто его взял и вырубил. Жжж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 
Иди отсюда. Да что ты будешь делать-то, а? Ты посмотри. Да прорыв, прорыв у нас будет. Сопротивляется еще, ты посмотри. Бродяга, куда ты там собрался-то? Бежит, штаны потеряет, да? Я только монетки собираю. Вот и все. Здесь тоже за нами победа. Так, у нас последняя энергия, и здесь как раз последний поединок. Но стоит ли мне тут брать короля? А давай рискнем. Давай рискнем этим отрядом, как говорится, полностью отыграть. У него король, а у меня будет богиня солнца. Но король мощный, тут, друзья, не поспоришь. Он очень мощный. Такс. Ну-ка, ползун, разберись. Ты сможешь, интересно, обоих сразу накрыть? Нет. К сожалению, не смог. Но зато есть фейербол. Да, фейербол очень даже неплохо, ребят, проявил. А вот и богиня солнца, собственно, персоной выходит. Плюс вызываем ползуна. И, конечно же, ниндзю. Плюс самурай. Ниндзя, не надо так бежать, сломя голову, вперед. Бумс. Ну-ка. На, сразу троих.
А вот это нам повезло, ребята. Ого! А, я не ожидал, что он настолько... Фью! Ты видел? Он очень крепкий оказался. То есть я его как бы бомбил, у него так мало здоровья отнималось. То есть богиня солнца практически ему не наносила урона. Вот такие вот пироги, ребята. Ну, тут главное, что выиграли. Опять же, не без нашего Таракоши. Таракоша подошел, конечно, пару раз ему там хороших звездюлей дал. Так, и мы получаем с тобой квест «Охотник за сокровищами» выполнен. А мы переходим с тобой на Нефритовую долину. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тигр, копейщик, ёк-макарёк. Что же будем делать? Такая противная команда, когда вот... Если тут еще и Ронина не возьмут, то я, ребята, умываю руки. Если здесь в этой команде будет Ронин, ползуна я уже отыграл. Хотя... Хотя, ты знаешь, мы же можем взять зомби-камикадзе. А почему бы и нет? Зомби-камикадзе тоже очень хорош. Он взрывается так, что, мама, не говорю, никакой Ронин там не поможет ему при набеге. А вот это вот плохо. Когда тигр появляется, это, ребята, не есть гуд. Потому что если сейчас душа одна вылетит, она вылетает, как ты видишь, то, соответственно, всех вот этих вот молотильщиков, да, и прочее-прочее, он просто уничтожает. Как бы это большой минус. Ну, мне тигр не нравится. Во-первых, он очень дорого стоит. Во-вторых, он почему-то, когда именно я за него играю, он какой-то ватный. Я не знаю, с чем это связано, но он ватный. Так, давай смотреть, что здесь. Пока я никакого Ронина здесь не вижу. Но он обычно начинается с третьей битвы. Так что будем ждать. Блин, я опять, ребят, забыл нажать на вторую скорость. Привычка, привычка, понимаешь? Ну куда ты? Ну куда вы все разогнались, а? Супостаты вы несчастные. На, всех к ногтю, ребят, правильно? Кто-то там убежал у меня, молотильщик. Вот видишь, что творит. У него очень часто вылетает эта душа. А у нас два всадника на журавлях. Так что мы сейчас быстренько ему разнесем базу. Просто начать и кончить. Переходим на следующий поединок. Это у нас третий. Вот. О чем я тебе и говорил. Ай-яй-яй. Так, давай-ка мы, наверное, поменяем с тобой в этой команде одного бойца. Я вот не знаю, молотильщика наставлять или нет. Всадник на журавле. Наверное, всадника мы... Блин. Молотильщика, да, убирать будем. Давай молотильщика тогда уберем. И оставим взамен... А где он у меня? Вот он. Вот такой вот отряд сделаем. Давай проверим, будет ли у нас это работать или нет. Стоит он, конечно, подороже, чем Ронин. Но он того стоит. Так, только не надо вызывать еще одного сразу же, пожалуйста. Вот это вот по-нашему. Это, я понимаю, сейчас отхватит он здесь сладких люлей. Так, Ронин. А Ронин-то с разбегом, нет? Нет, ребят, без разбега. Бэмс. Хайкать будешь в другом месте. Туалетный утенок. Хайкает он мне здесь. Блин, ну тигр, а. Иди сюда. Да, здесь всадник на журавле, ребята, просто топ. Фига он как. Опять тигр, да чтоб тебя, а.
Ну вот невыгодно, когда тигр вызывать таких вот, как зомби-камикадзе или еще что-нибудь. Ну просто невыгодно, ребят. Видишь, что он вытворяет? Давайте, давайте уже прибиваем ему базу. Есть. Прекрасно. Так, двигаемся дальше. Предпоследний этап. Ниндзя. Ладно, я не буду ничего менять, друзья. Но ниндзя тоже такое себе удовольствие. Всадник на журавле, хоть он у нас и может ее подбивать, но если сравнить ниндзю и всадник, если у всадника на журавле не активируется хил, самолечение, то она проиграет ниндзя. Но если мы сейчас, блин, я думаю, успеем. А может быть, успеем, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Опа. Давай, 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 взрывайся там. Бамс, отлично. Так, теперь главное, чтобы наша друидка побеспокоилась о нашей армии, соответственно, ставила руны всевозможные на хил и прочее, прочее, прочее. И тогда все будет у нас вообще the best from west. А ну-ка. Тигр на нашу сторону пришел, да? Ну все, тут вообще, я считаю, что идеально у нас битва прошла. Хотя, подожди, еще может что-нибудь измениться. Видишь, тигр. Нет, не помогло ему. Да и к тому же там руна у нас красная стояла, которая наносит урон вражескому замку. Ну что, последний поединок. Ух. Слушай, а давай, блин. Нет. Думал сыграть отрядом, а потом... Нет, думаю, это не вариант. Кстати, вот это тоже не вариант, ребят. Если он сейчас будет выпускать своих рунинов, то я не знаю, что сейчас будет. Ну вот, видишь, что происходит? Чей? Мой. Мой, ребята, рунин оказался пошустрее, побыстрее. Иди отсюда. Такой, да? Весь обглоданный. Чисто говоря, скелет. И... Ой-ой-ой. Чего? А, это рунин вышел, так быстро нас накумарил. Ты понял, что произошло, да? Конечно, ты понял. Просто красным лучом уничтожили наших врагов. Вот и все. А дальше просто, ребята, идем уничтожаем их. Так. Ниндзя приборзевшая. Да. Тут без шансов. На. Круто. Забираем награды, значит, за нефритовую империю. Это все у нас прокачано. И у нас территория роботов. Территория роботов собственной персоны. Ну давай попробуем этим отрядом. Хотя Джиггернаут. Джиггернаут, да. Еще тот плюшка. Здесь, кстати, можно было бы молотильчика уже вернуть. Зачем я оставил? Ладно, пускай будет. Ну что, он Джиггернаута сейчас, по идее, должен призвать. Да, он его призвал. И, наверное, нам надо... Давай так попробуем. Взорвем их. Ну, урон наносит, конечно, зомби очень много.
когда взрывается. И самый еще большой плюс, что он наносит взрывом урон по воздушным целям. Фига он отхиливается там. Зашибись, он хиляется. Посмотри. Просто ничего не успеваем сделать. Давай, колбасим уже. Ну и все, ты против такой армады ты вряд ли кто-то выстоит. Там, извини меня, 4 щитобота, 2 паладина и 2 всадника на журавле. Они просто будут станить любого противника щитоботы, а остальные просто будут уничтожать. Так что там без вариантов у них, конечно, было. Здесь, вот, ребят, толкатель. Толкатель уже как-то не особо здесь хорош. Но смотри внимательно. Толкатель, репульсор и фехтовальщик. Ну, фехтовальщик я имею в виду у меня. У них-то там нету. Ну что, джиггернаута тогда будем вызывать. Джиггернаут плюс баллиста сразу же, наверное. И больше пока я никого не вижу здесь в кандидаты. Надо срочно баллисту, ребята. Иначе сейчас этот будет отталкивать, это будет беда. Клетка нужна. Вот так вот. Теперь норм. Пускай там сидят и коптятся в этой клеточке. А мы себе спокойненько пойдем дальше. Оп, заморозочка. Оп, еще один джиггернаут. Так, ускоряемся, да, я забываю. Толкатель. Давай возьмем фехтовальщика, позовем. Еще одну клеточку. Вот и все. Быстро и красиво. Ну что, тогда переходим на следующий бой. Сразу же. Третий. Так, кто у них тут? Робот с ракетой. Ну да, противный, конечно, чувак. Но он обычно, ребята, целится по задним целям. То есть баллисту, если вызываешь, то нельзя, чтобы она стояла рядом с замком. Иначе будет очень плохо. Вышел, идет. И этот еще идет, ё-моё. Сейчас будет отталкивать. Воу-воу-воу-воу-воу, вот, ребята. О чем я вам тогда и говорил. Смотри. Видишь, какой он. Ну, правда, и он сам погибает, конечно. Но меня-то это нисколечко не тешит. Так, я не понял, там что? Подожди, а у кого сейчас было сопротивление? Он не успел, да, ничего сделать? Ясен перец, он ничего не успел сделать. Он хотел, там пыхтел, но мы его успели уничтожить. Красиво. Так, предпоследнее. Здесь... Ай-яй-яй. Робот-физрук, тебе не толкай-ка. Ну, тут, наверное, на грифона ставку делать. Или, подожди, может быть, попробуем жнеца призвать. Было бы круто, если бы жнец вышел бы первым. Наплодили бы армию нежити и пошли бы давить его. Ауч. Сейчас попробую. Успею, нет? Да должен успеть, ребят. Отлично. Сейчас пойдем в раскосочку, так сказать. Дих! Опа. Блин, ну они, ребята, наносят урон приличный. Да, жнец не успевает, ребят, никого подбить, соответственно. А если он не подбивает, то он не получает зомби. Вот здесь нормально. Это именно он должен убить нашего противника. Только в этом случае получается нежить. Да, но зато по замку урон, конечно, он наносит колоссальный. Вот и все. Жнец у меня, ребят, тоже не полностью прокачан. Когда он полностью, у него красное такое обмундирование. Ну что, переходим на последний этап.
Фи. Ядербот, ядерный робот. Ну что же, давай. Блин, ну конечно за него очень сложно играть, да? Это нужно, чтобы он дошел до вражеской базы. Плюс надо, чтобы по нему никто не бомбил, чтобы он расчехлился, так скажем, активировался, и после этого только взрыв. У меня за всю игру, сколько я помню, ребят, только один раз было, когда он дошел до моей базы и уничтожил ее. И то, по-моему, это самый первый раз, когда я не знал, что он вообще делает. Я ему позволил, так сказать, дойти до моей базы и сделать то, что он сделал. Так, сейчас будет этого, да? А, он своего что-то там спасает? Хе. Нашел, что делать. Нашел, кого спасать. Я, наверное, еще сейчас одного грифона позову. Началось. Видишь, до баллисты докопался. Но это ему не помогло. Ну что, сундук робота. Это все у нас прокачано. Так, ребята, опять долина подданных. А у нас, кстати, энергия-то где-нибудь осталась. У нас, по-моему, только на топовом отряде, да? Только на топовом отряде 3 энергии. Ну что ж, придется, наверное, ее дотрачивать. У нас другого варианта все равно нету. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Успел, ёк-макарёк. Ну что такое-то? Дайте мне... Ой, вот. Это было грустно и печально. Просто взял своим копьем по башке. На. Да ты достал меня уже. Буду я на него еще тут любоваться, смотреть. Конечно, кромсаем их всех. Без разговоров. Вот и все. Все очень даже простенько было. Так, ну что, ребята. Еще 2 энергии у нас есть, поэтому половинку. До половинки мы дойдем. Поехали. До половиночки мы дойдем. Что-то он пока не спешит никого вызывать. Вызвал паладина. Я сделаю так. И плюс прибавочку Ронина сейчас позовем. Жаль, конечно, что он не с разбега. Плюс чумнуху. Вообще изи. На, на, получи. Блин, мелкого щеданули. Круто. Остается последний поединок у нас. Ребят, последний поединок не то, что это. У нас закончились бойцы. И квест тактик завершен. Так, погоди, погоди, погоди. Погоди, малой. Не беги, как говорится, вперед, батьки. Вот он непослушный, а. Куда луч выпустил? Зачем выпустил? Непонятно. Грифон, уйди отсюда. О, карточка на грифона выпала. В первый раз фиг знает за сколько времени. Все. Тут по-другому и нельзя было. Квест. Так, запрос. Так, что я хотел взять? Что я хотел глянуть? Так, это я нечаянно нажал на рекламку. Зачем, сам не знаю. Что я хотел? Я хотел посмотреть бесплатно магазин. Что, ничего нету здесь, да, у нас бесплатного? Не, ничего нету. Ладно, фиг с вами. Так, энергии тоже нигде нету? Не, нету. Ну что, друзья, тогда на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.